Друзья, всем привет и добро пожаловать обратно на канал, где сегодня я продолжаю работать над этой машиной X6M. В предыдущей серии, как вы уже видели, я ее завел. Я был настолько рад этому, потому что, как я вам уже, друзья, говорил, мои друзья меняли просто двигатель и не могли найти причину, почему машина не заводилась. А здесь, по идее, собрал машину, как будто завод у меня здесь в гараже. Все до болтика. Короче, достаточно лирики. Вы все это видели в предыдущей серии, вы все это знаете. Так что, не будем терять время. И что нужно сделать сегодня? Сегодня я постараюсь собрать по максимуму, что успею. Первым делом нужно установить тормозную педаль, рулевую колонку. И потом посмотрим, что можно сделать. Может, полезу под машину обратно. Может быть, что-то буду делать в подкапотном пространстве. Или ремонтировать проводку, не знаю, еще не определился. Башка, честно говоря, не варит, уставший я. Ну и ладно, фиг с ним. Уставший-то уставший, но машину-то охота побыстрее сделать. Я уже, у меня уже прям, ух, я уже рулю во сне ей. Ладно, друзья, начинаем. Все, тормозная педаль на месте, рулевая колонка на месте. Также я открыл этот компьютер, посмотрел, чтобы там не было ничего разбито. Но вот в этом вот компьютере там некоторые детальки сломаны. Так что я отвезу этот компьютер до электрика вместе вот где, что я с ним сделал, вот с этим. Они возьмут оттуда все, что нужно, чтобы отремонтировать тот, потому что у них номера разные. А вполне возможно, за то, что там одна ерунда сломанная, руль не работает. Если это связано с рулевой системой, то понятно, почему руль не работает. Друзья, вы видели, я пытался, но, как говорится, ноль эмоций. Нету никаких движений, ничего. Также выключил уже камеру, потому что, ну, резона нету вам смотреть то, что я там пытаюсь, делаю что-то. Один фиг, я вам покажу, в чем была проблема. Так что я пошел делать research, буду искать, в чем может быть причина, буду читать форумы. Ну, короче, пытаться найти, почему не работает руль. Так что на сегодня все, время позднее, увидимся завтра. Так, друзья, ну и вот, новый день. И вчера весь вечер я думал, сегодня пока на первой работе работал, думал, чем я займусь по возврату с работы, когда начну работать над BMW. И у меня реально нету идей. Потому что, чтобы заняться салоном, его нужно получить. Салон на ремонте. Чтобы закончить все под низом машиной, машины, сперва нужно установить пороги. Чтобы установить пороги, нужно закончить все снаружи, потому что пороги, все это остальное красится. Это все нужно подготовить и покрасить. Для того, чтобы отремонтировать проводку, мне нужно пойти разобрать все с X5, для того, чтобы достать проводку, отремонтировать ее можно было. Ой, блин, для того, чтобы здесь собрать все, опять мне нужны кронштейны для капота. Они у меня есть, но их нужно зачистить и покрасить. Короче, вот так вот все друг за друга цепляется. И я, честно говоря, не знаю, вот над чем начинать. Потому что чуть-чуть можно здесь сделать, чуть-чуть там. И нигде нельзя продвинуться. Короче, вот такое вот бывает, да? Так что, думаю, сейчас начнем мы с вот этого радиатора. Радиатор этот я приобрел. Вот он лежит, защитка. Также видите, руль. Вполне возможно, разберу, что-то установлю. Ну что, здесь получается установим радиатор, установим кронштейны все, накинем крыло и потом установим фару. Ну я думаю, на этом, наверное, будет пока все. Посмотрим, буду искать, что можно будет сделать. Будем продвигаться чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть повезде. Короче, ладно, приступаем.
Вот, смотрите, фары подключил. Ох, как смотрятся красиво, а. Ну прям секс, прям секс. И что не скажешь. Единственное, вот, что-то не то. Здесь, видите, это работает. Плюс верхняя эта часть. А здесь, а вот почему-то верхняя не работает, и это. Да ну нафиг, фары разные. Походу фары разные, ё-моё. Я походу неправильную фару купил. Офигеть. Я только сейчас это заметил, прикиньте. Ох, ё-моё. А фары-то разные. Офигеть. Или может я что-то... Нет, фары разные. Офигеть, блин, фара-то немовская. У М-ки, видите, вот здесь, а? Вот написано BMW Adaptive LED. И вот такая фигня и желтенькая. А с этой стороны Adaptive LED и нет этой желтенькой. Ох, нифига себе, вот это да. Вот это лажа. Блин, а. Вот что, постоянно что-то не то, а? Вот косяк. Ладно, фиг с ним. Вода залитая. Машина, как слышите, работает. Газулька газуется. О, как буркает. Сейчас поставлю вас на чойпад и попробуем, если работает вперед-назад. Ну и там скоростя кое-какие. Друзья, ну что, как видите, подключил все абсолютно. Ну как все абсолютно? Не все абсолютно, там кое-что еще есть, что подключить, но главное, мне кажется, что мне нужно, я подключил. Вот месседж выдает то, что невозможно включить скорость и все. Почему она так делает? Либо то, что колеса в воздухе, либо еще что-то. Не знаю, компьютера нету, надо будет ехать на выходных до друга, брать этот компьютер и сканировать, проверять, в чем проблема. Я попытался все, что я мог предположить, но оно нифига не включает. Либо я что-то где-то опять забыл подключить, вполне реально, либо просто-напросто что-то неправильно. Тоже вполне реально. Двери закрыты. Показывает, что двери, капот, багажник закрытый. В чем дело? Не понимаю. Так что время уже позднее. Завтра мне опять на работу. Так что продолжим завтра после работы. Когда вернусь, будем искать причину. Так, ну что, вот уже настал третий день. Машина, вот как вы видите, до сих пор не могу разобраться, почему нельзя включить скорость. Где-то я уже нахожусь в гараже, ну я бы сказал часик, может полтора. Пытаюсь подключать всякие коннекторы, проверяю фьюзы, пролазил под машиной, проверил минуса, полазил здесь, я попереключал кучу проводов, сделал то, это, третье, десятое, короче, не могу найти, вот не могу найти и все. Уже даже думал, что... Вот здесь, вот эта ерундушка, увидел, что отсоединенная, обрадовался, думаю, сейчас подсоединим, все будет работать. Ага, не там-то было, не так все уж и просто. Я продолжаю искать, если через час не найду, подниму обратно камеру и апдейтаю вас, что происходит, что я попытался сделать. Но если найду, я обязательно вам покажу, что я сделал. Резона нету, что вы вот это смотрели, как я бегаю вокруг машины, подлез там, подлез здесь. Я думаю, неинтересно. Если вам интересно, пишите в комментариях, я буду все включать. Ну, а пока отталкиваемся от этого. Друзья, ну что, только закончил я вам рассказывать, жаловаться вот об этом, да? Иду, вот сижу вот здесь и думаю, ну что же я забыл подключить, ну вот... Ну что не так? Что может быть? Сижу и думаю. И смотрю вот на вот этот коннектор. И думаю, ну блин, ну что за туфта? Перебрал вот это, думаю, ну это на прикуриватель. Те тоже.
Потом, ну вот эти мелочи, они на другое. Ну куда вот этот идет? Думай, обыскал здесь, посмотрел здесь. Перевернул так, посмотрел, думаю, ну нету. Поставил обратно. Думаю, ну зачем, ну что еще может быть? Опять взял. И такой поворачиваю. Бум. Вот так вот, друзья, бывает. Просто-напросто тупо не заметил, что там вот эта туфта подключается. Вот как так? Уже обрыскал там. И под панелью полазил. И здесь я полазил. И где двигатель полазил. И под машиной полазил. Уже все облазил. Уже начал разбирать опять машину. Ну где ничего не подключил? Оно, оказывается, вот здесь. Вот просто здесь. И сейчас я вот на 90% уверен, что я сейчас подключу, и у нас скорость заработает. И в принципе можно уже даже выехать прокатнуться, чего в этой серии не будет. Блин, а ну вот тут. Ну хотя, хотя бы нашел, хотя бы не разобрал машину по новой. Ну блин, ну что ты будешь делать, а? Ладно, фиг с ним, давайте подключаем и надеемся, что машина начнет крутить колеса. Ну что, друзья, момент истины. Подключим этот коннектор. И вот я почему-то уверен, что все заработает. Из-за одного коннектора куча проблем. Ну что, заводим машину. Сейчас она побурчит, прогреется, потому что она такая громкая, я не могу ее перекричать. Вот все, наконец она прогрелась. И здесь месседж больше не выходит о том, что нельзя включить. О, и сразу видно, что загорелась. Видите, кнопочка горит. Че, момент истины? Раз, два, три. Поехали. Ага, фиг вам. Горит тормоз, зажмите. Ху-ху, есть. Есть. Да ну нафиг, работает. Работает! Работает, детка! Ну-ка, погнали! Ну-ка! Давай, погнались! Работает! Работает, ребята! Давайте на спорт! Первая, вторая! Вторая! Колесики крутятся! Машина несется! Так спидометр не работает. Все работает, скоростя переключает. Амортизаторы, и это не работает. Спорт плюс. Ладно, все, я успокаиваюсь. Давайте наручники поставим, чтобы колесики перестали крутиться. Пишет Parking Brake Malfunction. А как ее остановить, чтобы коробку не попортить? Давай попробуем заглушить просто. Ауч. А, блин, туплю, я же мог на нейтраль включить. Ступил, мог включить на нейтраль. Пойдемте сюда. Ну что? Вторая хорошая новость за вторую серию. Машина едет. Наконец-то. После стольких поисков. Ладно, мы были уже об этом и о том. Так что я доволен. Машина едет. Все. Это гора с плеч. Это конкретная гора с плеч. Все. Теперь ищем, что можно сделать дальше. Машина крутится. Вернее, колеса крутятся. Значит, можно собирать под низом все, что можно. Там пару щитков можно установить. Ну и ищем, что еще можно сделать. Начинаем дособировать машину. Ну что, друзья, продолжаем. Сейчас нужно снять руль. Снять вот эти вот переключалки. И все это установить вот сюда. Не должно занять очень много времени. Довольно шустрый процесс. Так что приступаем сразу. Ну что, все, руль установил,
переключалки установил. Почему я это хотел так сделать? Да потому что, как вы помните, где-то пару эпизодов назад я ремонтировал рулевую колонку. И я очень хотел ее испытать. Да, кстати, кто не видел, по-моему, линк вот здесь будет. Кликните, посмотрите, а потом вернетесь. Ну что я скажу? Не работает она, я не знаю, может какая-то проблема с электрикой. Также продолжает эта вот туфта не работать. Вверх-вниз, вперед-назад. Ну и в принципе на этом все, наверное. Еще подвеска горит. Да, чекинжин горит. Но мне кажется, он горит из-за того, что там пару сенсоров не подключено. Ну, на этом, в принципе, все. Я не могу дальше никуда продвигаться, пока не получу салон. Снизу надо собирать. Но там тоже нужно кое-что сделать, прежде чем я смогу собрать все снизу. Ну и также, чтобы установить все остальное, нужно бампер, бракет, которого нету, до сих пор с России не получил. Уже сколько? Больше полугода идет, месяцев 7 идет. И нифига, короче, пришел в Штаты, почему-то зачем-то его потом отослали обратно. Где он сейчас, что он, не знаю. Короче, в следующей серии мы будем разбирать X5 для того, чтобы достать проводку, которая нужна здесь. Подлечим проводку, поставим машину и прокатимся, скорее всего, первый раз. Также нужно прокачать тормоза обязательно. А насколько я помню, тормоза, по-моему, прокачиваются только с компьютером. Я не уверен, не ловите на слово. Но, по-моему, я где-то на YouTube видел, кто-то пытался сделать и кто-то об этом говорил. Так что, вот такие вот планы на следующий эпизод. В этой серии все. Спасибо, что заглянули. Ставим лайки. Нравится канал? Не забываем подписываться. Не забываем комментировать все, что происходит. Это очень важно, я читаю все ваши комментарии, плохие, хорошие. Конечно, когда они очень плохие, ну извините, ребят, я просто вас блокирую. Один раз не предупрежу, один раз сделайте, второй раз, на третий раз заблокирую, вы больше ничего написать не сможете. Так что не надо писать всякую гадость. Мы все взрослые люди, может какие-то мелкие смотрят, но насколько я смотрю, вся моя аудитория довольно взрослые люди. Давайте держать себя в рамках. Так что делимся видосом.